Президент Ильхам Алиев обратился к армянской общине Нагорного Карабаха. Он сказал, что касается нашей позиции после достижения мира, то в ней нет никаких либо изменений. Наша позиция основывается как на исторической справедливости, так и на международном праве и на позитивном опыте, имеющемся в мире. То есть на первом этапе армянские вооруженные силы из оккупированных районов выводятся, и этот вопрос уже утвержден в рамках Минской группы из 5 районов, а затем 2 районов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Хабертурк. В связи с проживающими там армянами в нашей позиции нет изменений. Азербайджан – многонациональное государство. Тысячи армян проживают в различных частях Азербайджана, в первую очередь в городе Баку, и они наши граждане. В нашей стране живут представители многих национальностей, и это увеличивает силу нашей страны. Поэтому пусть проживающие в Нагорном Карабахе армяне не беспокоятся. После того, как мы спасем их от режима той криминальной хунты, они будут жить лучше, в более безопасных условиях, и их благосостояние будет расти, потому что там сейчас царит нищета. Мы вложим туда инвестиции, мы реализуем там социальные программы, у нас будут программы, связанные с созданием рабочих мест. Все это станет новым этапом для проживающих там армян и азербайджанцев, которые туда вернутся. Президент завершил обращение.